българ, бих искал да кажа, че в Украина живеят 250 хиляди българи и ми очі уважаємо їх менталітет, їх культуру, їх релігію, їх желання говорити і вчитися своїм, на своєму язикі і слухати телевидение, бачити телевидение і слухати радіо національної музики. Є служення серед нас, які вам цісно. Тебе стремиш, де ще ползи българські язик, да пазит българська культура, да чува българското радио, чете български телесници и писания. Я хотел бы, чтобы вы определили немножко внимания и самой главной виновницы, это художник Йоне, которая создала эти прекрасные работы. Здесь послушайте, когда назовите ваше внимание и на нашу художника Йону, гостя, которая создала эти чудесные работы. Одно могу вам сказать. Краски, выбор темы, мастерство, желание увидеть то, что сами мы не всегда видим. И самое главное, это пластика, это умение чувствовать свет, это умение передать свои чувства, положить на картину. Все это, я думаю, Йоне удалось. Это вторая выставка, которую мы открываем в Болгарии. Первым она была открыта в городе Плов. Михаил Скалдакаш, такая часичка, у вас вызвано мастерство на Йона, нынешний подбор на цветовек, нынешний подбор на тема на тези работы. И също така, мисля, че всичко това стане много удачно в нейните работи. Също така искам да отбележа, че това е втората изложба, която организираме на тази художничка. Първата изложба ние направихме в град Пловдив през юни месец, и това е втората изложба тук, брат Руси. Без любви създаде такива полотна невъзможно. Без любовта няма да създадеш такива картини.